сказал об этом, что это для ему уже не интересно. Он хочет выглядеть именно ярко, убедительно. Попадает справа Геннадий. Вот, чтоб и зрители поняли мою мысль. Головкин. Канаты спасли сейчас от падения. Что сделал Гена? Вот такое ощущение, как будто паук вышел на охоту, набросил сеть на муху, вот она в этой сети барахтается. Ну ничего. С настилом ринга. Геннадий через продолжает атаковать. Головкин. Любой удар Головкина может быть последним для Мэтью Маклина. Справа падает Головкин. Корпус переводит по печени, да, превосходством. Вот это качество. Все, на линии огня Головкин. Головкин держит, разрушает удары Маклина. Вот сейчас пошла рубка уже такая откровенная. По корпусу печени. Удар. Жестокий удар в область это накал. Печени. Это накал. Ох, как больно и как неприятно. Это фантастика. Левый апперкот в область корпуса. Все. Это нокаут. Друзья, какие еще нужны слова, чтобы признать, что этот человек номер один в мире в этой весовой категории? Ladies and gentlemen, here at Foxwoods Resort Casino, we go to the official time of the stoppage. 1:22 of round number 3. The winner by knockout victory. His KO percentage climbs, his undefeated victory record climbs, and he is still the IBO WBA middleweight champion of the world, Gennady Triple G. Golovkin!